доброе утро. Малыш говорит доброе утро. Мы едем в садик. Я. У нас уже с утра. Ладно, мы поехали. Сегодня нас никто не дождал. Трини. Ноу. Сегодня нас никто не дождался. Так что мы здесь ждем кого-то, кто за нами придет. Проведет школу. Пришлось через офис идти, да? У нас сегодня тепленько. Ой, Кенси. Видишь себя красивую теперь? Ладно. Что я хотела сказать? Погода у нас отличная сегодня. Солнечная. Сейчас уже 56 градусов. В общем, все больше, когда мы выехали, было 54, так что все больше и больше поднимается. По-моему, сегодня у нас должно быть 68. Не, завтра. Сегодня где-то 60 чем-то там. В общем, красота. Кстати, мы не самые последние пришли. Там еще два родителя пришли после нас. Просто в школе сегодня, видно, не все учителя, и поэтому не было человека около двери, но потом она пришла и нас пустила, учитель музыки за место директора. В общем, сбросили нашу тренюшку. Сегодня я заказала портретики с этих фото, которые они делали. Хотела я просто портрет такой большой, 11 на 14, это инчи, не сантиметры. И, там вот надо заказать вначале пакет, а пакет, ну, там, значит, несколько фоточек. И самый дешевый пакет, там, $22, что такое. А вот фотку, которую я хочу, стоит где-то 45. Я думаю, ну мне этот пакет нафиг не надо. Я звоню этой фотографше, говорю, можно мне просто заказать портрет? Нет, надо заказать вначале пакет, а потом только портрет. Ну тогда я портреты заказывать не буду. В общем, заказала я другой пакет. Там фото на 8-10, ну где-то вот. Вот такой размер. Что такое? Думаю, достаточно. И этого будет там несколько, вот такой портрет и несколько других поменьше размера, но одна поза. Так что тоже где-то $42. Ну, ее проблемы, я могла 45 на нее потратить, потрачу только 42. Ладно, что мы делаем с Яшиком? С Яшиком сейчас едем в магазин, $3, такой, как я вчера ходила, только в другой местности. Хочу посмотреть, есть ли у них вот эти крючочки для носочков рождественских, чтобы можно повешать другие, так как у меня тренки нету, другие все в школе. И погода хорошая, мы с Дяшиком идем гулять. Дяшик чувствует себя намного лучше, сопельки у него уже прошли. Так что ура-ура! Кстати, хотела сказать, что вчера я пошла на Craigslist. Думаю, может там где-то как кто-то продает бэушного эльфа. Продают, но только мальчиков. Блин, и цена хорошая, $15, думаю. Посмотрела везде. Можно, конечно, на eBay купить. Но я не знаю, дойдет это до ее день рождения, навряд ли. Но это надо было раньше мне думать. И тоже, по-моему, мальчик там был за $12. Что придется, наверное, раскошелиться $30. Ну, 30 просто за игрушку, мне это так, ну, дуже ей хочется, вот дуже ей хочется. По крайней мере, я вижу, если она от него устанет, его можно продать за $15 на Craigslist. Конечно, я это не буду делать, это все-таки ее игрушка. Если она захочет продать, продам. У нас девчонки когда-то, Анжелике было 13 лет, ее вот пробило, она хочет американскую куклу, вот эту, американская девочка-кукла, American Doll, American Girl Doll. Не знаю, у вас это идет такая стихия, но эти куклы по $120 стоят. И вот ее в 13 лет не на мальчика пробило, а на куклы. Ну,
нафига тебе надо? Ну, короче, уговорила, мы, ладно, купили ей на ее день рождения. Я, честно говоря, не это самое, даже немыслимо мне, что за такую, что за куклу столько денег можно потратить. Купила она. Потом на Рождество она еще одну, это самое, она собирала денег, купила. Уговорила сестру и та купила. Уговорила Софию, и София купила. Думали, что они будут... Это некоторое время они там что-то там пытались, это мебель какую-то делать, та-та-та-та-та. И потом она просто лежала. Но потом она все-таки это самое, эту куклу смогла продать. А, блин, по-моему, за 80, если не за 90 долларов. Ну, в общем, люди берут. Даже вот бэушные за достаточно хорошую цену, не за какую-то, да, полцены, а почти это самое, деньги, наверное, на план. А Джульетта я продала за 75, потому что не усмотрела на свою куклу и, блин, я не помню, по-моему, Тринити, в общем, ей там нарисовала на ноге. Ручкой, чем ее только не вытирали, какими только химикатами Дэнни там не пытался ее это самое, эту ручку из, это самое, вытереть, не смогли. И содой, и народными методами нифига не получилось. Ну, за 75 она продала, тоже неплохо на Краглисте. Ну вот, просто что я говорю, они так загораются, эти дети, потом быстро перегорают. А цены, конечно, ну не 30 долларов. 30 долларов это еще не страшно, а вот 100 с чем-то это уже как-то обидно, знаете. Ладно, едем за этими крючочками. Ну вот, и что делать? Да что? В общем, у него другие планы. Не такие, как пока ничего не вижу. Малыш. Продолжает нашла. Спать. Даже вот видите, есть рождественский соленый огурец. Но держала, крючочков нету. Все разобрали, похоже. Нашла, вот и все нашла. Ура. Ну что, принимайте. Вот такие у нас чудики. Вот. И вот. Див для Дэнни, М для Марина, Анжелик, Джульетт, Габриэл, Скарлетт, Тринити и Джошуа. И Анжелик сказал, что нам надо еще Рики туда поставить. Ну, понимаете, уже все, все уже, все. Говорю, седьмой мой ребенок. Ташкент, вообще теплынь такая. Обалдеть. Тёше скажи привет. Ладно, в общем, едем в садик мы. А, в общем, когда мы поехали в магазин, с Джашиком, Джашик заснул. Потом он спал у меня на плече, пока я в магазине была. Потом я его посадила, он как будто типа проснулся, а потом все-таки спал. К тому времени, как мы приехали домой, он типа спит, и проснулся, и все. Сон ушел. Потом, через некоторое время я ту постель поменяла, то все, и решила монтировать влог за вчера. Взяла малыша на руки, и он заснул.
И я с этим влогом пока то все. Сейчас я его положу, но тут надо доделать. В общем, пока я его влог этот доделала, я малыша в постель, он все, уже просыпается, он уже нагулялся. В общем, у нас не было толкового сна. Мыла я, не всю я посуду перемыла, но мыла вот с малым у меня в ногах сидящим и пытающимся подняться на мои ноги. Ну, короче, помогала. У меня столько планов в голове, которые обычно не осуществляются. И все, уже пора в садик. Да, с мамой все-таки легче. В общем, только что один папа ко мне, папа к нам подошел, начал разговаривать. Папа одной из девочек, которую мы пригласили к Скарлетт. И, в общем, малыш, я начала разговаривать, малыш проснулся. Ну, не страшно, по крайней мере, он сказал, что дочка очень хочет пойти, но у них мероприятие в церкви, и, в общем, получается, по времени не очень подходит. Что я сказала, я могу помочь, мы можем ее с прыгалок повезти в ресторан и покушать, если надо, чтобы она осталась у нас дома, она может остаться. Он говорит, мы где-то будем аж до 9 часов, я говорю, нет проблем. Я говорю, Скарлетт, это еще больше понравится, что кто-нибудь будет с ней играться. Так что у меня уже ответ от двух девочек. Третья не уверена. И ее, и Керри тоже прийти. Да, и теперь ты злюкаешься? Да. Ну, в общем, наш сон на смарку и пошел, да? Ну, хоть мама минут так 10 посидела в спокойствии. Да, расскажи, как я плакала. Я увидела его в окне. Кто? Кто там идет? Кто идет? Сестра идет. Маленькие девчонки наслаждаются этим летним днем. Знаете, как я говорила, что будет 60 чем-то? 71 градус. А на некоторых других там термометрах, там, знаете, в банках показывают, 73 показывали. Так что у нас лето. Девчонки гуляют, делают ангелов на листьях. Тонька собак покормила, молодец. А я пошла готовить. Я жарю курочку с такими кусочками. И хочу еще сварить, знаете, что тут у меня это гречневая вермишель из гречки. Так что вот такой план. Малыш наконец-то. Малыш заснул, и мы смотрим очень-очень старые фильмы с участием Шёрли Темпл. Такая актриса. Она была очень симпатичная маленькая девочка. Много-много лет назад. Она уже умерла. Кстати, родилась на мое день рождения. Буду с вами прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Всем моим новым подписчикам добро пожаловать. Я очень рада вашему присутствию. Если вы новенькие, оставьте свои комментарии. Я буду рада с вами познакомиться. А вам желаю спокойной ночи. До новых встреч и bye-bye.